Доброе утро, страна! Всем привет! Доброе утро вам из Пятигорска! У нас сегодня здесь второй день, мы отлично выспались, некоторые ребята еще спят после суворовских термальных ванн, спали как младенцы. Так вот, мы проснулись пораньше, решили прогуляться, еще раз осмотреть окрестности и показать вам вон там гора Машук, на которую мы поднимемся с утра на, видно, на канаточку. О, вот так видно, вот она. Ну вот так видно. Вон там знаменитая телевышка. Телевышка, да. Что там еще мы увидим. Ну а пока решили, пока все спят, решили немножко погулять по городу. Да. Буквально полчасика. Okay, гуляем с утра по Пятигорску, зашли на рынок. Блин, книг столько прикольных. Классно. Штуки все. Всякие, штуки продают. Один, котов всяких. Раритеты. Да, раритеты. О, прикольная шляпа. Красная. Пятигорск без прикрас, да. О, дороги, как в Волгограде. И, кстати, место похожее в Блошиный рынок, как у Волгограде птичий рынок. Машук виднеется. Это местный ЦУМ-ГУМ. ГУМ, наверное. Торговый центр «Универмаг». Как в анекдоте. Ночному клубу под названием «Ночной клуб» срочно требуется креативный директор. Так и здесь. Торговый центр «Универмаг». Вообще, конечно, действительно, Пятигорск такая. Атмосфера лермонтовская. Вот эти дома с колоннами. Так и кажется, что сейчас кареты пронесутся, барышни в длинных платьях, гусары на лошадях, да? А вот так выглядит утренний парк. Смотрите, как красиво. Солнышко встает, лучики среди деревьев желтеньких. В этом парке мы вчера гуляли. Проходили мимо него. Косяна, косяна, косяна. Дети сладкая такая, кисенька. Не бойся. Привет. Красивый осенний Пятигорск. А в Краснодаре листья убирают, да? Вот почему в Краснодаре нет такой осенней романтики. Потому что все листья в мешочек собираются. Эх, ну и немного Пятигорска без прикрас. А, между прочим, улица Мира. Одна из центральных. Балкончики такие резные. Ну, это, наверное, жилой какой-то дом или какие-нибудь административные. Классно. Это... Третий век дома стоят, видимо. Там надпись, что ли, какая-то. Дом номер 15. Что там написано? ЕГЭ. Кузнецов? Да. Какой-нибудь барин-помещик? Краснодарские дворы. Шанхай тоже самое. О. И кошки везде. Пятигорские коты. Их тут, правда, очень много. Эй, ребята, да вы похожи друг на друга? Это брат-сестра. Эх, а вот здесь не хватает столика. Да. И утренний кофе с видом на горы. Ну, правда, там не совсем вид на горы. А ведь когда-то отдельный такой дом принадлежал какому-нибудь помещику одному. Вот сюда, наверное, коняшки заходили. Да, коняшки, лошадки, монашки.
Ну тут, в общем, сейчас тоже вон лошадки стоят. Всякие. Немецкие в основном. В основном немецкие. Да-да-да, вот самый такой идеальный балкончик. Да. Да, вот здесь загорал, наверное, Лермонтов. Солярий. А вот так выглядит фонд капитального ремонта, которому требуется капитальный ремонт. А вообще, друзья, мы сейчас по рынку еще прошлись. То есть на каждом шагу нам предлагали золото, телефоны и сим-карты. Это просто банда цыганская какая-то. Мы не стали их снимать. И делать им рекламу. Колоритно. Никому обувь не нужна. А, ботиночки. Не мой размерчик. С курточкой. Кого-то тут раздели, разули. Бандитский Пятигорск какой-то. Жарко стало. Ну да. Слышите звон колоколов? Служба. Началась воскресная. Хорошая примета. А вот тут мы остановились, да-да. Забыла вам рассказать. Вы видели только номер. А сейчас мы посмотрим, кто проснулся. Доброе утро. Всем приятного аппетита. Все проснулись. Молодцы.